В Нижегородской области создается учебный центр патриотического воспитания ПФО «Гвардеец». Соглашение о взаимодействии по этому вопросу подписали полпред президентов ПФО Михаил Бабич, глава Нижегородской области Глеб Никитин и председатель ДОСАФ России Александр Колмаков. Подростки из регионов округа смогут получить в центре начальную военную подготовку. На базе «Гвардейца» планируется проведение оборонно-спортивных лагерей, сборов для спортивных школ и секций. Предусмотрена программа дополнительного образования. Робототехника, радиоэлектроника, армейский рукопашный бой, кроссфит, экскурсионно-познавательный туризм. Первая задача, цель, которую мы здесь преследуем, да, это создать учебно-материальную базу для прохождения 5-дневных обязательных сборов учащихся средних учебных заведений и общеобразовательных школ. Понятно, что значительная часть этих ребят это будут нижегородцы. Мы будем к этой работе и эту материально-техническую базу предоставлять для обучаемых из других регионов округа. И потом, соответственно, эту модель будем дальше тиражировать в других регионах, может быть, создавать аналогичные центры. В последние годы в стране активно реализуются такие военно-патриотические проекты, как оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», военно-спортивная игра «Зорница Поволжья», слет поисковых отрядов «Никто не забыт». Сборы и финалы этих мероприятий тоже запланировано проводить на базе нового учебного центра. Там же будут обучать и педагогов, которые преподают начальную военную подготовку.